Все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. И вот о чем расскажем сегодня. 68 очков и лидирующая позиция. ФК «Белшина» стала лучшей командой первой лиги чемпионата Беларуси по футболу. Поиск обаятельных и привлекательных продолжается. Претенденток на титул «Мисс Беларусь» выбирали в Бобруйске. У коррупции нет будущего. Ведущая программы «Сирена» стала победителем международного конкурса. Самые быстрые на воде. В Бобруйске проходит открытый чемпионат по плаванию. Мужской взгляд на искусство. В Бобруйске проходит выставка ручной работы в стиле стимпанк. И самые влиятельные женщины. Кто вошел в список Forbes по результатам этого года?